Каждый день благотворительной организации «Очаг добра» начинается одинаково. С каждого утра на кухне кашеварят волонтеры, готовя горячий обед для своих подопечных. Сбалансированное питание, которое не только поможет согреться, но и насытит организм витаминами и микроэлементами. Хотя почти 4 года назад никто и представить не мог, что такая организация может появиться в нашем регионе. Конечно, продуктовая помощь нуждающимся в нашем регионе налажена давно. В разных фондах появляются подопечные, которым такая помощь просто необходима. Но фронт работы «Очага добра» немного отличается от деятельности других организаций. Хотя бы потому, что каждый день, без выходных и праздников, они готовят и развозят еду тем, кому это нужно. Наверное, стоит рассказать про то, что изначально была создана или организована, как это правильно сказать, благотворительная организация «Самира». Это помощь инвалидам. И на ее, скажем так, базе, как проект этой организации, пришла идея нашей одной девушки, учредителю и вообще идейному нашему вдохновителю Эльвире Ежаевой. Такая идея, что наши одинокие люди, старики, тем, кому нужна помощь, тем, кто мог бы общаться, создать площадку для того, чтобы они здесь собирались. В 2019 году, да, в апреле, мы искали помещение, нашли. 2 месяца шел ремонт, мы и жили здесь, и ремонтировали, все было готово. 18 числа было открытие. Да, вначале было сложно, потому что найти потенциальных подопечных людей, кому это нужно, это было сложно. Это было сарафанное радио. Где-то сами, я лично, был случай, когда стояла на кассе в супермаркете «Магнит», вижу бабушку. Она стоит, перебирает денежку. Если честно, в кошельке было пусто. Она очень сильно застеснялась, когда я предложила помощь свою, я имею в виду финансово. И потом, когда я сказала, что есть уже такая организация, где вы можете просто прийти, посидеть, попить чай, пообщаться, она очень сильно обрадовалась. Таким образом все и происходило потихонечку. На данный момент, конечно, информационно мы стараемся распространять информацию. Вот. И люди звонят, есть контакты. Где-то соседи звонят. Где-то знакомые, мы выезжаем на адрес, анкетируем, конечно, и когда принимаем решение, добавляем их в наш список подопечных и начинаем возить. Зачастую, вы знаете, анкетирование очень просто крайне необходимо, потому что это не только какая-то продуктовая помощь, бывает помощь в небольшом ремонте, в приобретении лекарств, возможно, где-то реабилитация. Много вопросов, поэтому выезжаем и выбираем. При этом подопечные у вас наверняка не только с республиканской столицы, но и со всей республики. Расскажите, пожалуйста, вот много людей из других муниципалитетов? Смотрите, основное наше направление именно «Очага добра» – это обеспечение людей горячим питанием. Это вот ежедневно около 70 человек. А также наша организация помогает и продуктовой помощью, и не только. И поэтому стараемся максимально отозваться на все запросы, на все заявки. А это не только Черкесск, это и Хабецкий район, это и Малокарачаевский район, практически все районы. Сейчас на попечении у «Очага добра» около 50 нуждающихся, и каждого из них обязательно нужно накормить. Но организация решает не только вопросы с питанием. Любая, даже, казалось бы, банальная просьба будет услышана волонтерами и сотрудниками. Волонтеры – это отдельная тема, им надо вообще посвятить передачу, потому что без волонтеров ничего бы не происходило. Вот все, что у нас происходит, это благодаря тем добрым, отзывчивым людям, кому, ну, не безразлична чужая беда. Я считаю, что это отдельная группа людей, потому что это как образ жизни, вы знаете, там, ну, нельзя приобрести. Это где-то там внутри заложено. И, кстати, у нас волонтеры всякие разные, они работают в разных сферах. Есть девочки, медики, есть с МВД.
есть с налоговой. Очень много разных направлений, но все они, их всех объединяет одно – добрые люди. Расскажите, пожалуйста, вне работы как-то общаетесь, дружите, поддерживаете связь? Вы знаете, мы уже как одна большая огромная семья. Конечно, общаемся. Мы периодически, раз в месяц это точно, устраиваем своего рода посиделки, если это так назвать. Небольшие собрания, в которых что-то свое обсудим. По большей части, конечно, да. Что-то касающееся каких-то маршрутов, потому что ведь именно тогда, когда мы собираемся, выстраиваем и логистику, как кому помочь, у кого какие заметки, кому из подопечных что-то нужно. Ну и общаемся на личные какие-то темы. Для каждого, кто так или иначе связан с этим фондом, благотворительность – это уже давно дело жизни. Они не жалеют своего времени, финансов или сил, чтобы просто сделать доброе дело. И неважно, кто и когда обратился за помощью, его выслушают, поддержат и помогут. Я через знакомых узнала, что тут есть вакансия. Пришла я на эту работу временно, если честно. Но думала, поработаю, посмотрю. И мне очень сильно здесь понравилось. Тут очень добрые, отзывчивые люди. Здесь царит очень добрая, хорошая атмосфера. Мы тут делаем каждый день очень много добра. В жизни много очень злости, алчности, всего такого нехорошего. А это очаг добра, это место, где каждый день творится маленькое чудо. Вот эти препараты мы купили для маленького мальчика. Ему провели тяжелую операцию, и нужны медикаменты для восстановления. И вы знаете, нам очень много людей доверяют. И вот одни из аптеки нам предоставили очень хорошую скидку. К нам поступают заявки. Мы едем на анкетирование, анкетируем, смотрим жилищные условия людей. Они нам рассказывают про свои проблемы, про свои страхи, и мы стараемся им помочь. Первое время было очень сложно, очень много было волнений. Я не думала, что некоторые люди так плохо живут, что есть такие банальные потребности, как, например, зимняя куртка для малышей, обувь для малышей. Когда ты приезжаешь на вызов и видишь, что маленькие дети в мороз, в холод, в минус приходят домой в кедах. Это все уже отпечатывается. Ну, мы стараемся всем помогать. Потом спрашиваем, ну, давайте, расскажите нам, какая у вас ситуация, чем вам нужно помочь, что у вас произошло. Иногда нужно спрашивать про доходы, про расходы. Нам это очень неприятно, но мы должны это все учитывать. Нам максимально важно, чтобы получили помощь именно нуждающиеся люди. Ну, мы когда заходим в дом, мы сразу понимаем, нуждается эта семья в помощи или нет. Это наглядно, это все очень видно. У нас 4 маршрута на данный момент. Раньше было гораздо больше. Вот. Более 50 адресов именно на развозку, потому что у нас есть категория людей, которые могут сами сюда подойти и забрать свою еду. А это ключики от дверей домофонов, вернее, потому что практически большая часть наших подопечных, она не имеет возможности поставить себе домофон, и поскольку помощь нужна, а у волонтеров это их время, это оно ограничено, у кого-то обед, у кого-то выходной, чтобы быстро, чтобы беспрепятственно, побыстрее бабушки, дедушки, либо соседи, они нам дали дубликаты, из которых мы, соответственно, сделали вот такие вот связочки, и наши волонтеры быстро развозят еду. Расскажите, пожалуйста, вот каждый ваш подопечный наверняка с доверием относится к каждому волонтеру, или же есть люди, которые, ну, с опаской, возможно, это делают? Как это происходит? Наверное, это единичные случаи, с опаской больше всего доверяют. Бабушки, дедушки – это те люди, у которых, особенно одинокие люди, у которых не хватает общения. Им очень важно и поздороваться, и спросить, как дела, и что сегодня на обед, как вообще, в принципе, прошел день. Бывают даже просьбы, да, кто-то просит сбегать за тем или иным продуктом, либо за лекарствами. Поэтому общение происходит не просто дал-передал, поэтому они доверяют, они любят, они ждут.
Они ждут, когда к ним придут. Кто-то приходит прямо в фонд, чтобы забрать свой вкусный обед. Ну а тем, кто зачастую не может даже выйти в магазин за хлебом, доставляют еду волонтеры. Тимур Моисеев занимается волонтерством более полугода и уверен, что благотворительность для таких, как он, не временная инициатива, а стиль жизни. Можно сказать, что волонтерство – это как, не знаю, наверное, стиль жизни, что-то в таком роде. Я радуюсь, когда могу помочь людям, когда вот даже не только тем, что едой, а просто по дому что-то сделать, помочь им там с телевизором, еще с чем-то. То есть вот для меня это несложно. В целом важность в том, чтобы люди, которые по какой-либо причине остались одни, чтобы им, ну, не было сложно от этого. Да, понятно, что эмоции, все, но чтобы как-то и материально с некой стороны не было сложно, и как-то, ну, в общем, если брать по картину, да, чтобы не так сложно этим людям было. Очаг добра начал свое существование в 2019 году. Причем все начиналось как дополнительный проект под эгидой фонда «Самира». Сейчас очаг добра – это целый коллектив, который ежедневно трудится для того, чтобы жизнь нуждающихся земляков стала лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты уже давно ко мне приходил? Да, Бикир вместо меня. С дедом пропал. А что, уже 12? Ну да, да, да. Вот это я сплю. Сейчас это самое живот. А ты сейчас новенький у вас, да? Да, 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 Бикир. Женщина, мальчик какой-то. Ну, да. А ты что, отдыхал, не работал? Нет, работал, но они просто развозили. А ты в другое место ходил, да? Ну да, да. А я думаю, что-то он забыл, не приходит ко мне. С каждым днем вопросов и просьб не становится меньше. Но сотрудники и волонтеры организации готовы помочь каждому, кто нуждается в их помощи. Очаг добра заменил многим обездоленным землякам родных и близких. Находясь на связи день и ночь, они спешат делать добро, потому что считают, что помогать просто. И своим примером доказывают, что мир не без добрых людей. У меня папа всегда говорил, что я революционер, не знаю почему. Потому что он говорил, что у меня очень обостренное чувство справедливости. Наверное, где-то оно было, и мне не безразлично было, что где-то живет бабушка, дедушка, кому нужна наша помощь, а мы своего рода можем это сделать. Когда все только начиналось и сказали, что будет такой проект, давайте, как-то так получилось, да. С самого основания, когда здесь шел ремонт, это, наверное, не нужно. Ладно, ну, расскажите тогда немножечко о своих чувствах во время этой работы. Сложно это? Если честно, сложно. Сложно, потому что мы не раз прибегали к психологической помощи в том числе. Сложнее всего, когда ты осознаешь, что люди, которые были с нами, их уже нет. Это трудно, это морально очень сложно. Поэтому и с психологами работали. Разное бывает, когда где-то как будто бы неадресно помог. Но итог, результат, как говорит наш человек, который максимально старается это все финансировать, помогать, наш спонсор, как говорит, ради одного того, которому это крайне необходимо, мы готовы рассматривать и 10, и 20 человек. Стать частью благотворительной деятельности, которую совершает «Очаг добра», стремятся сотни людей со всей республики. Многие жители приносят сюда продукты, чтобы их включили в горячие обеды или продуктовую помощь. Кто-то стремится помочь финансами, чтобы организация могла закупить все, что необходимо их подопечным. Данная организация существует исключительно за счет пожертвований, за счет спонсоров, ну и одного основного спонсора. Но не могу не отметить, что чем дальше, тем больше пошла такая тенденция. Люди жертвуют, люди приносят. Потому что, наверное, осмелюсь вот так вот публично сказать и призвать к тому, что вот эти поминальные пакеты или как поминальные такие вот эти вот ритуалы, они очень затратны, иногда бессмысленны. И люди, у кого есть такое мероприятие, заранее звонят, либо приезжают, спрашивают, что вам нужно конкретно на данный момент. Мы бы хотели пожертвовать в счет вот этих вот мероприятий. Поэтому я думаю, что здесь
за 4 года, нам вот в апреле этого года будет 4 года, я считаю, что мы заработали авторитет тем, что у нас все максимально прозрачно. Все, что приносят люди, они все-таки идут до адресата. Мы их выявляем, поэтому, пожалуйста. Первомайская, 104. Конечно, как и любая общественная организация, «Очаг добра» нередко сталкивается с негативом. Кто-то не верит в искренность их намерений, кто-то был уверен, что организация просуществует пару месяцев. Однако, несмотря ни на что, благотворители продолжают работать и хотят, чтобы их детище существовало еще долгие годы. Вообще все на скепсисе основывалось с самого начала, потому что очень много было злопыхателей. Нам говорили, что каких-то месяца 3-4 вы сдуетесь. Знаете, наверное, подогревает все-таки результат, когда видишь, что вот от начала до конца он есть. Когда ты это чувствуешь, все остальное как-то уходит на второй план, мы об этом не думаем. Угу. Хорошо, а расскажите, пожалуйста, чем люди, простые, неважно, с любого уголка нашей республики могут вам помочь? В чем нужна помощь? На данный момент все-таки, несмотря на то, что волонтеров много, этот вопрос всегда стоит остро, потому что волонтеры не могут постоянно это делать. Да? Даже если один раз в месяц, это просто колоссальная помощь. Человеческий ресурс, он всегда необходим. Волонтеры, у нас ведь бывают и мероприятия, вот сейчас ближе к Рамадану, мы готовимся к нему, мы ежегодно проводим бесплатные ифтары для всех постящихся, для всех желающих. В прошлом году мы очень, не то чтобы тяжело, а справлялись до 150 человек каждый день. А в этом году хотим максимально к этому подготовиться. И вот, например, там нужны будут волонтеры каждый день угощать, убирать. Угу. Вот. А помимо ифтаров, у нас бывают продуктовые развозки, где у нас вот свой список. В этот момент это же не только маленький пакетик с разовой едой. Участники организации уверены, что каждый, вне зависимости от занятости, финансового положения, может стать частью добрых дел. Тем более, что наша республика множество раз доказывала свою сплоченность и доброжелательность. Ваше мнение как человека, который очень давно, скажем так, находится в этой сфере, сфере благотворительности, по сравнению с другими регионами, наша республика в плане благотворительности и помощи ближнему дружна или же все-таки есть чему стремиться? Я не думаю. Я очень радуюсь, что добрых людей очень много. Зачастую ты находишь помощь, откуда даже не ожидал. Часто бывает, когда обсуждаем какие-то моменты, ставим задачи, но думаешь, вот где, как, что. И вот ниоткуда приходит эта помощь. Как и финансово, так и человеческий ресурс. Я считаю, что у нас в республике, правда, очень добрые люди, отзывчивые. И, наверное, один из завершающих вопросов. Есть ли еще какие-то планы разработки «Очаг добра», которые вот они хотят? Да, вот я уже озвучила по поводу Рамадана. После Рамадана мы планируем... Кстати, на базе «Очага» у нас проходили уроки нравственного воспитания и развития культуры карачаевского народа. Вот. И мы планируем работать в этом направлении. Сейчас вопрос стоит о педагоге. Вот. Далее на нашей же площадке, потому что это все-таки общепит, кухня, у нас для этого есть все, мы будем проводить платные на этот раз, это будет символическая, конечно, цена, курсы по национальной кухне. Это будет не только карачаевская кухня, это мы максимально постараемся задействовать все, и черкесская, и ногайская. Разнообразная будет кухня. Мы хотим привлекать фудблогеров. У нас есть уже люди, которые готовы в этом поучаствовать. Поэтому хотим, да, будем делать анонсы и собирать людей. Очень много, кстати, подрастающего поколения, которые хотели бы этому научиться. Это элементарные, обычные, вот, базовые, скажем так, блюда, кухня в целом, да. Поэтому хотим попробовать. Мы уверены, что, несмотря ни на что, организация «Очаг добра» просуществует еще долгое время. Ведь совершать добрые дела совсем просто. Но при этом это, казалось бы, мелочь для кого-то может стать настоящим спасением. И чем больше людей станут частью благотворительной деятельности, тем больше благих дел будет совершаться в нашем регионе.
Я считаю, что если человек сам чувствует радость от тех же прогулок, того же праздника, почему бы ему не поделиться с кем-то еще? У нас много обездоленных, у нас много кому можно помочь. И я лично я получаю колоссальное удовольствие, когда вижу, что кто-то еще радуется. Поэтому для этого, наверное, это и нужно. Угу. Вот увидела у вас на баннере, все, что мы делаем, это капля в океане. Но океан будет меньше без этой капли. Кто придумал вот поместить на баннер эту фразу? Да, это очень любимая фраза нашего спонсора, человека, который душой болеет за любое дело, которое он берется. И мы его взяли за основу, нам очень нравится. Действительно, по капельке что-то и собирается. Угу. Вы умышленно не говорите его имя? Он не хочет его разглашать? Он не любит, да. Он не любит, когда об этом говорят. Дорогие наши жители республики, хотелось бы всех вас не то чтобы призвать, а попросить, давайте сплотимся, давайте вместе делать добро, давайте вместе делать